Очень тяжелая игра. Мы очень долго входили в игру. Даже не очень, а даже не знаю, какое слово подобрать. То есть минут 30 мы не могли то ли привыкнуть к газону, переход синтетики на траву, так сказался, то ли что-то другое, это мы будем разбираться. А так, в плане результата, достигли результат, но качество игры оставило желать лучшего. После удаления показалось, что команда стала более активно прессинговать. С чем это связано? Ну, подсказали в раздевалке, что у нас не получается, почему мы такие открываем зоны для соперника. Поэтому во втором тайме они все хорошо поняли, поэтому оборонялись мы, считаю, здорово. Какая установка была именно на второй тайм? Что сказали в перерыве? Во втором тайме мы должны были сыграть компактно, не пропускать передачи между линиями и по возможности убегать в контратаку. Что можешь сказать о сопернике сегодня? Ну, соперник ничем не удивил нас, мы больше отталкиваемся от своей игры. Конечно, мы разбирали игру Слуцка, но так, рабочая команда, мы были готовы. Сегодня первая игра домашняя на натуральном покрытии, как это сказалось в целом? Ну, я говорю, мне кажется, тяжело все-таки этот переход. Все-таки, если бы мы провели хотя бы 2-3 тренировки, было бы, возможно, полегче. А так, конечно, немножко не в своей тарелке себя чувствовали. Ну, начали как-то не очень из-за перехода с искусственного поля на натуральное. Ноги как-то подсели вначале, долго привыкали к натуральному полю. Ну, потом раскачались, правда, удаление повлияло. Но, скажем так, нам даже стало более-менее легче играть после удаления. И ноги привыкли, и команда Слуцк раскрепостилась, и нам это помогло забить гол. Все-таки команда в меньшинстве играет. Какая установка была тренера? Мы немного поменяли тактику игры. Сыграли 4-4-1, более компактно. И тренер сказал в раздевалке, чтобы мы не сдавались, а продолжали играть в свою игру, так как мы хозяева поля. Можешь выделить самый сложный отрезок для команды в этом матче? Да, самый сложный отрезок в матче – это были последние 5-10 минут, когда мы уже вели 1-0 и начали играть уже больше от обороны, чтобы держать счет, понимая, что мы в меньшинстве. Это была вынужденная тактика или просто соперник уже на последних минутах решил прессинговать более активно? Скорее всего, пойдем на то, что это и вынужденное, и соперник начал давить. Но мы вели 1-0, нам нужен был результат, мы на него играли.